улице минус 25, ты что, прогревать не будешь? Братан, это ж Toyota, у меня даже вон автозаводка есть, я ей не пользуюсь. Ну что, пацанам, давайте я поехал. Давайте на связи. Я болею, будто забанулся, будто... Мама, кирилл, съебал, стирай, патрульная, моя палочка, она резка! Да. Все? А что, второй зуб лечить не будем, что ли? Братан, давай я хотя бы машину продам, потом второй зуб лечить будем. Ну хотя бы пломба. Мне последний день. Все, ложитесь. Конечно, вы что? Давай. Сделаем все в лучшем виде сейчас. Ой-бой. Ой-бой! Ты че, а? Махаться будешь со мной? Еще раз меня так потрясешь, я умру. Ясно? Больше так не делай. Щеку. Пацан. Так, йогурт, чай, сок, кофе, сок. Есть все виды круассанов? Есть? Так. Чего-то не хватает. Где? Вот. Не угадал. Вот он. Еще раз. Где она? Вот она, блядь. Не угадал. Вот она. Последняя попытка. Последняя? Угу. Где? Вот она. Я их прикол в ТикТоке видел. Ну так сделай. Нормально сделай вот так. И чё? Писька этот звук издавал, что есть. Ой, папа, давай мне уже новый телефон возьмем. Я с этим уже год хожу, он старый, по школе позорил. Джоан, конечно, доча, мы тебе самый новый телефон купим. Я сейчас на мать вообще кредит оформлю, пойду. А это тогда мой старый можно Ильясу отдать. Подождите, зачем старый Ильясу? У тебя же нормальный телефон. Я перезвоню. Пап, может, хотя бы этот, восьмерку подключим? А? Нет. Зай, а что ты не купаешься? Не хочу. А что? Обиделась, что ли, Зай? Да. Я видела, как ты с молоденькой купался. Ты что, думаешь, я ничего не вижу? Зай, ты что, меня к ней ревнуешь, что ли? У нее же денег нет. Ой, сисек нет. Зай, я твои люблю. Это живот. А, да? Я думал, ты без лифчика. Да-да, выходи, я жду. Здрасте. Здрасте. Аэропорт, едем. Я что, вам такси, что ли, аэропорт? Да, я же вот заказала. Hyundai Accent, 3 семерки. Ну какой же это Hyundai Accent? Сразу же видно Infiniti. Вы что, в машинах не разбираетесь? А, да, странно. Я заказала такси, Hyundai Accent, аэропорт, 7 тысяч. Ну ладно, извините. Какой же акцент? Подождите. Сколько? 7. А, поехали, конечно. Едем, да? Да. А это акцент? Акцент, просто новый. А, хорошо. Поедем с музыкой, без, в тишине? В тишине. Окей. Я, братан, вот все говорят, что ты отморозок. Здесь плотный отморозок, говорят. Да не, братан, завязывай. Да ладно, я что, с китами что-то было, э? Отрадствую. Вообще, что сейчас говорят? О, Тима! Классно! Слушай, Женя, иди сюда. Ну, пойдем. Прикинь!
Алинка! О, Сарин! Алазин, жақсы өзің қалай? О, вообще не изменилась. Ой, рахмет. Ничего тебе сказать. Жақсы, жақсы. Да? Че, кстати, замуж вышла? Нет, не вышла. А я вышла. Да ты че? Вон, кстати, мой муж меня ждет. Здравствуйте. Эй, вы такси вызывали? Какой это жар? Эй, вы еще гоните немножко. Ёжка, вы что гоните? Отмену сделайте. Какая-то больная. Отмену сделайте. Ой, какая была мать, такая и осталась. Call me when you want. В самом деле. А, Чарли, давай поделим счет пополам, мы ведь всего на третьем свидании. Черт возьми, Синди, как я не подумал о ущемлении твоих прав. Конечно, спасибо. Можно нам счет пополам. Слушай, классно, да, Жаник? Понятно. Блин, может, Жаник, как в американских фильмах, 50 на 50, давай на втором свидании, что ли? Маша, и Савлендер, блин, успокойся, ты гонишь, что ли? Я просто сама могу за себя заплатить тоже. Может, ты рот закроешь просто, и все, а? Чернил. Самой сидишь, ни о чем не переживай, Савлендер. Спасибо. Я в уборную схожу тогда. Поедешь попить, спасибо. Обзор. 25 тысяч закинь, прямо сейчас. Прямо сейчас, брат, потом объясню. 25. 28 даже. Кстати, я вас не знакомил. Это моя девушка, Гусизан, познакомьтесь. А, да? Да-да. Рад знакомству. Закрываю глаза, я танцую и кайфую, нет, не видно меня. Я Тима. Сам тащусь и сам вайбую, танцую танго. Бала, чё-то байқам сен чересчур қаңғырып жүрсің ғой. Анау стористарынан қарайым, қызына гүл әперіп жүрсің, киноға апарып жүрсің, чересчур шиковат етіп жүрсің ғой, чё-то. Или чё, сенде екінші папа пайда болды ма? Или қызының папасы бай ма? Жоғи, папа, қазір мемлекет жастарға жағдай жасап жатыр ғой. Еще Тоқаев мырза студенттердің стипендиясын екі есе көтереміз деп. Стипендияны екі есе көтерейін деп жатыр дейді? А чё, мені технично пихать етіп жібере алмайсың ба грантқа? Бізде де стипендия алайық. Жоғи, папа, қайдағы нәрсені айтпаңыз? Олай болмайды ғой. Онда бүйтеміз. Сенің сабағыңды мен жасайын. Сосын анау карточкаңды маған бер. Давай. Жұмызде бар. Не қарап тұрсың? Давай, бір жұмызде. Қатын, сен білесің бе, мен жұмыс таптым ғой. Кайф от души. Ой, бай. Сухой блатной отрун. Мне богатый, но кайфую, как депутаты его отрубы. А что, его изменил? Куляльмеятр. Ким найцай он. Все, давай тогда, ага. Счастливо. Кто звонил? Пацаны звонили, футбол зовут смотреть. А он следит что-то? Да нет, что там делать? Ну как, что, пообщаетесь, посмотрите? Да нет, давай лучше с тобой дома посидим, полежим, Дом дракона посмотрим, как раз последняя серия вышла. Нет, давай лучше завтра, потому что сейчас все равно пойдем спать, вы сходите. Нет, думаю, лучше давай полежим. Да ладно, я не обижусь, честно. Точно? Точно. Подожди, ну. Как обычно опаздывают. Ой, простите, блин, не обижайтесь, чуть-чуть опоздали. Просто моя жена пока оденется, пока разденется, ей что-то не понравится, меня нема, да? Потом еще, вот смотри, как она классная. Ай, нет, сумочка, ай, честно, ой, Джонни. Утро, Джонни, аккуратно, аккуратно, не упади. Че, как вы, как вы? Мы вот. А че это, вчера чего не пришли? Вчера? Вчера я тут, мы заняты были, мы же сильно друг друга любим, мы заняты были. Люблю. Ой, Джон, моя, я тебя сильнее люблю. Я тебя сильнее люблю. Нет, это я тебя вот так прям до солнца люблю. Джон, ты мой тигр. Вы чё как? Не, ну, а так мы тоже как бы друг друга как бы любим. Кичок мою, пошу мою. Ну, любим просто, не показываем. Читарч. Ну ничего страшного, мы вас научим.